Как живете, березняковцы? В этом году в стране проходит комплексное наблюдение условий жизни населения, и совсем скоро сотрудники Росстата проведут в городе специальный опрос. Сбор данных будет проходить с 11 мая по 10 июня. Интервьюер постучится в двери жителей домов номер 119, 121 и 123 на Юбилейной, а также номер 33 и 45 на Мира. Спрашивать будут об условиях проживания, доступности и качестве социальных услуг, а также об уровне источниках доходов и репродуктивных планах. Творческие пермяки, дерзайте! Сегодня в Прикамье стартовал второй этап конкурса «Арт-резиденция». На реализацию своей идеи можно получить из регионального бюджета до 600 тысяч рублей. Приоритетными будут являться проекты, направленные на культурную интеграцию и культурный обмен с другими территориями, а также на поддержку народных художественных промыслов Пермского края или посвященные значимым событиям и темам 2022 года. Итоги отбора подведут не позднее 20 июня. И в заключение важная информация для тех, кто планирует в этом году принять участие в шествии бессмертного полка. Для безопасности в Березняках организуют пропускной режим с рамками металлодетекторами. Отмечается, что телефон и ключи при прохождении можно будет убрать на стол, а вот остальные металлические предметы лучше с собой вообще не брать. Также следует воздержаться от агитации, а воду, если она нужна, приносить в прозрачной закрытой пластиковой бутылке. И, конечно, не забудьте о средствах индивидуальной защиты. В Прикамье все еще действует масочный режим.